Всем привет! Сегодня я расскажу о замечательном ресурсе youtubemonster.ru, который предназначен для того, чтобы можно было накручивать количество просмотров вашего видео. Этот ресурс удобен тем, что можно задавать конкретное время просмотра вашего видео, то есть не какие-то там 20-30 секунд, а можно там минута, 2-3, что дает отличную релевантность по вашему видео. Итак, приступим. Что мы видим на этом ресурсе? Слева у нас панелька меню, где есть панель инструментов, добавить задания, мои задания, рефералы и так далее. Это вы сами сможете посмотреть чуть позже. Сверху у нас в менюшке показываются вот коины, это внутренняя валюта, ваш уровень, рефералы и рубли на счету. Собственно говоря, для начала вам все, что вам нужно, это коины, это внутренняя валюта, за которую вы сможете организовывать собственные задания и собственные просмотры. Внутренняя валюта зарабатывается тем, что вы запускаете специальную программку клиент, которая просматривает чужие видео в автоматическом режиме. Вам эти видео самим смотреть не нужно, вы просто запускаете. Для этого вот здесь сверху в левом правом углу есть баннер «Запустить YouTube клиент». Вот я сейчас на него нажал. Появляется такое всплывающее окошечко, и вы нажимаете кнопочку «Запустить». Собственно говоря, сейчас вы можете посмотреть, что у меня сейчас на данном счету, там 7000 коинов с копейками, что я посмотрел 494 видео, и вот есть некий уровень 1.2. Собственно говоря, этот уровень увеличивается по мере того, как вы просматриваете чужие видео, приглашайте рефералов на проект и так далее. Чем больше вы видео посмотрели, тем выше этот уровень, соответственно, тем выше коэффициент, больше коинов вы получаете за просмотр видео чужих. Итак, я нажимаю «Запустить», и программа пошла искать, какие видеоролики я могу посмотреть. Происходит в автоматическом режиме. Вам самим смотреть не нужно, то есть я могу спокойненько сейчас перейти обратно в закладку с YouTube Monster. А программа сама найдет видео, которое посмотрит, и будет его прокручивать. Главное, чтобы вы не закрывали эту вкладочку с просмотром видео и не закрывали вот эту вот панельку с зеленым фоном. Вот здесь вот есть такой менюшка «Ежедневный бонус». Вы, собственно говоря, просмотрев 100 видео в день, можете забирать ежедневный бонус. Я сегодня его уже забрал. Как видите, здесь написано, вы уже забрали бонус. Приходите завтра. Это ежедневный бонус. То есть, просмотрев 100 видео каждый день, вы получаете дополнительные 500 коинов. Акции. Вот если сюда нажать, мы попадаем. Здесь можно тоже очень быстро получить для старта некие коины за очень простые действия. То есть вот тут, допустим, 2000 коинов за то, чтобы сделать репост группы, или там 3000 коинов за то, чтобы вступить в группу. То есть вы вступаете в группу YouTube Monster, просто указываете свою ссылочку профиля ВКонтакте, и вам через там день или два, когда пройдет модерация, начислят эти коины. Я вот сегодня это сделал, и думаю, что завтра или послезавтра мне эти коины зачислят. То же самое можно делать в Фейсбуке, в Твиттере, и можно на каком-то форуме разместить ссылочку на этот ресурс с вашей реферальной ссылкой, и вам за это тоже начислят коины. Что дальше? Вот, допустим, мы хотим сделать какое-то задание и так, чтобы пошли просмотры нашего видео. Нажимаем «Добавить задание». Появляется такое окошечко «Просмотры». Вот я заранее подготовил ссылку видео, которое я хочу посмотреть. Сейчас мы его скопируем. Я вставляю вот сюда ссылка на видео. Название видео само поднимется с канала. Мы выставляем время, которое мы хотим просмотреть, чтобы сколько по времени человек будет смотреть наше видео. Это там минимум 20 секунд, но я рекомендую ставить
Длину, как минимум, либо длину всего вашего видео, либо же хотя бы половину. Для чего? Потому что YouTube ранжирует видео не только по количеству просмотров, но и по тому, насколько это видео интересно людям. И чем если видео посмотрели полностью, значит YouTube считает, что такое видео интересно другим пользователям, и оно его поднимает выше. Вот. У меня длина этого видео 110 секунд, я так и выставляю 110 секунд. Ставлю здесь, допустим, 20 просмотров. И ставлю, сколько просмотров в час я хочу, чтобы было. Я поставлю, допустим, 3 просмотра в час. Тоже, почему 3 просмотра, а не все 20 в час? Можно, конечно, сделать так, чтобы посмотрела сразу все видео. Но я так не рекомендую делать. Почему? Потому что YouTube такую активность резкую отслеживает и потом просто может списать ваши просмотры. Поэтому там 2-3 просмотра в час вполне нормально поставить. Если вы там хотите сделать там 200 просмотров сразу на ваше видео, такое тоже можно сделать. Ну, там ставьте там, допустим, 4-5 просмотров. Вот, тогда за день, за два у вас наберется. Вот, теперь, как видите внизу, нам показало, что мое задание будет стоить мне 1100 там 100 коинов. У меня на счету 7000, то есть мне вполне хватит. Я нажимаю добавить задание. Все, мое задание, то есть оформилось. Вот можем перейти во вкладочку «Мои задания» и посмотреть. Вот у меня уже одно было видео по интерьеру, оно сейчас в ротации. Я сегодня задал 20 просмотров. И вот видео по правильному питанию. Мы сейчас видим, что сделано 0 из 20. Собственно говоря, вот таким образом здесь делается задание. Здесь также есть на этом ресурсе возможность приглашать рефералов. Вы заходите в меню рефералы, получаете свою ссылочку. Вот это. И можете просто ее там размещать где-то в социальных сетях, друзьям просто отправить, или же снять вот такое видео, как я сейчас, и под видео тоже разместить эту ссылочку. Таким образом, вы сможете приглашать рефералов, и система за просмотр, ну, за просмотры ваших рефералов вам также будет начислять коины. В зависимости от уровня количество этих коинов будет меняться. Вот сейчас видно, что у меня было 7000 коинов, сейчас стало 6000 коинов. Ну, это нормально. Вот. Коины здесь зарабатываются достаточно быстро. Там за час можно там заработать порядка там 700-800 коинов. То есть полностью на автомате. Вы просто не закрываете вкладочку с просмотром видео. И вот это вот не закрываете, и она сама просмотрит. Вот видите, тут есть таймер такой, который показывает, сколько осталось до следующего видео. Он найдет видео и покажет. И вот здесь вот также показывают последние действия, которые были. Бонус за просмотр видео, бонус за то, что открыта вкладочка и так далее. Также вы можете зайти на официальную страничку YouTube Monster, там показывают, там очень часто раздаются промокоды. Вот. Взяли промокод и тоже там получили там 500 тысяч коинов на свой счет. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк на видео. До связи.